Так, ну, здравствуйте, товарищи. Или товарищ. Да, прошу садиться. Продолжим наше занятие. Другие, наверное, как говорится, не опаздывают, а задерживаются. У вас заявки нет на доклад? Пока нету, да? Ну вот давайте мы немножко, я тут туда пройду по некоторым положениям основным, которые дают возможность, чем и характеризуются классические тексты, поставить некоторые вопросы в той яркости и остроте, которых обычно не найдешь вот в текущей литературе. В текущей литературе этими понятиями пользуются, но они не определяются. Вот, например, смотрите, как Маркс и Энгельс пишут про сознание. Сознание никогда не может быть чем-либо иным, как осознанным бытием. То есть сознание – это осознанное бытие. Видите как? Не вообще, не пустое сознание. Вот говорят, сознание, сознание, оно отрывается тем самым от содержания этого сознания. А сознание, подчеркивает Маркс и Энгельс, никогда не может быть чем-либо иным, как осознанным бытием. Это 25-я страница. Das Bewusst sein по-немецки. А бытие людей есть реальный процесс их жизни. То есть бытие людей не просто, что вот есть один человек, есть другой человек, есть третий человек. Берут бытие как вот некую сумму отдельных личностей или индивидов, или индивидуумов даже. А здесь берется бытие как реальный процесс их жизни. То есть берут в качестве бытия не просто индивидов, а живых индивидов, живых людей. А как они могут быть живыми? Живыми они могут быть только в процессе производства и потребления материальных благ и производства самих себя, то есть производства людей. Прямую противоположность немецкой философии, спускающейся с неба на землю, дескать, там есть некие идеи, они вот, так сказать, то, что на земле, объясняют этими идеями. Мы здесь поднимаемся с земли на небо, то есть мы исходим не из того, что люди говорят, воображают, представляют себе. Мы исходим также не из существующих только на словах, мыслимых, воображаемых, представляемых людей, чтобы от них прийти к подлинным людям. Для нас исходной точкой являются действительно деятельные люди. Из их действительно жизненного процесса мы выводим также и развитие идеологических отражений и отзывов этого жизненного процесса. Даже туманные образования в мозгу людей – и те являются необходимыми продуктами, своего рода испарением их материального жизненного процесса. Вот то, что является философской проблемой, как правильно ставить вопрос, и идеалистически опускаясь с неба на землю, идя от идеи к тому, как она воплощается, реализуется или выражается, или материалистически, идя от действующих индивидов, то есть от производства их жизни, от материального производства и от процесса непосредственной жизни, потому что вот если взять формулу Энгельса, что в основе человеческой истории лежит производство без производства непосредственной жизни, она охватывает и производство материальных благ, и производство людей, как людей. А если мы возьмем современные там, представления, взгляды, одно дело дискуссия где-то в области философии. А здесь она выступает в таких достаточно противоположных моментах, как противоположные позиции. А другое дело, скажем, искусство, культура, литература и так далее. Ну вот, если мы возьмем историю всякого рода верований, мифов, с чего начались искания людей по отношению к своему сознанию. Сначала, несмотря на то, что люди начинали с того, что они производили свою собственную жизнь, они обожествляли те средства, те явления природы, с которыми сталкивались, да, и то, что им было непонятно, это понималось как некие духи, колдуны,
как волшебство и так далее. То есть что предшествовало религии как таковой? Религия, которая, скажем, была многобожием или потом единобожием стала. Религии предшествовали просто вера в колдунов, в этих волшебников, да? В то, что те реальные процессы природы, которые существуют, они на самом деле это непонятные чуждые силы, волшебные, которые выступают как силы природы, волшебные. Вот можно сказать, что дальше прошел длительный такой процесс развития и научного, и культурного, когда на смену вот таким первичным представлениям, да, которые как бы дорелигиозными являются, вот, появилась религия в Древней Греции многобожия, отсюда мифы Древней Греции, которые описывали жизнь богов. Вот это отражением какой земной жизни могла быть жизнь богов? Вот, Олег, как вы думаете? Это было в какой период? В период рабовладения, правильно? Можно сказать, что вот жизнь богов является отражением земной жизни рабов. Никак. Ну, а скажем, в представлениях рабов можно считать, что она является отражением земной жизни рабовладельцев. А? Нет? А кого она отражает, эта жизнь? Что она отражает? Вот есть в этой религии есть боги и не боги. Правда? Многобожие. А в жизни были боги и не боги? В это время? Ну, вот такая вот. Ну, вот, значит, вот эта картина рабы и не рабы, и рабовладельцы, она, как всегда бывает в мифах, она же должна быть приукрашена, преобразована, красиво оформлена. Потом мифы эти, это мифы, которые создавали, ну, не рабы, скорее всего, да? То есть были такие случаи, как кто-либо из рабов становился драматургом, например, Эзоп. Был такой случай, да? Но это редкость, а как правило, кто тогда были создателями мифа? Представители? Это не были знатные горожане, допустим. Кто? Это не была знатика, это были люди, которые как бы создавали. Откуда они могли взяться, эти люди? Для этого они должны были освободиться от труда. То есть они должны стать рабовладельцами. Или быть на службе у рабовладельцев, правильно? Ну, если люди на службе у рабовладельцев, они должны какие картины рисовать? Какие угодно. Какие угодно. Эта картина, она вполне угодна для, так сказать, такого, чтобы отражение в духе, то есть вот как устроен мир у богов. Есть боги, есть не боги, есть титаны. А титаны – это кто такие? Ну, дай помнить, что, допустим, создатель поэмы о строении мира Гесиод, о его реальности спорит, и даже вроде есть легенды, что он был с каким-то пастухом. Ну, это, видите, это уже конкретные обстоятельства. Мы сейчас говорим в целом, а это же вот в целом картина. То есть в целом многобожие, которое было в Древней Греции, да, и в Древнем Риме сначала было, это многобожие, которое выражалось в том, что есть боги, один мир богов и мир не богов, мир простых смертных. Ну и, так сказать, что явилось, так сказать, основой этого дела, что могло явиться под основой такого видения мира. Тем более, что мы потом снова наблюдаем, вот как только наступило, и можем мы, проходя вот эти различные этапы, делать выводы о том, что если при феодализме вот появились мощные государства во главе с монархом одним, и мы прекрасно знаем, что та религия, которая в наибольшей степени отвечала, которая помогала укреплять эти государства во главе с единым монархом, это была религия
основанная на единобожии. Правильно? И точно так же, как везде состоялся переход от рабовладения к феодализму, к феодальным государствам, во главе которых стояли монархи, и это, в общем, был закон. Закон – это значит, что где-то были и республики какое-то время, например, как известно, там Новгородская была республика, там, или Псковская, а в целом это были монархии. Но вот этому, строительству подобала такая религия, которая бы и так изображала бы и духовную жизнь, что как устроено у богов, так должно быть и у людей. Правильно? Вот здесь вот Энгельс и Маркс говорят, что вот прежняя философия немецкая спускалась с небес на землю. Вот если спускаться с небес на землю в то время, когда было многобожие, значит, если боги у богов многобожие, и есть не боги, есть просто земные люди, то если спускаться на землю, получается рабовладельцы и рабы. Если на землю спускаться. Это будет получаться, что вот такое устройство земной жизни соответствует тому, как устроено и на небе. И на небе есть боги, и не боги. И на небе есть боги, и те люди, которые являются земными. А есть такие, которые рождены от богов и земных женщин. Это титаны, они тоже такие являются героями в этой истории. Я прочитал, это же первые боги, то есть, которые предшествовали убийцам. Нет, но титаны разве не являются полукровками, так сказать? Нет, они... Нет? Было первое поколение богов, то есть после которых породили титанов, которые... Ну, откуда они? Кто у них матери? Кто у них этих титанов? Кто? Ну, вы у нас тут самый специалист же по этому поводу. Кто матери у этих титанов? Женщины земные или богини? Ну, богини. Богини? Ну да. Матери героев, земных женщин, а матери, а титаны как-то появились от первых стихий, от первых богов. А так, да? А матери героев женщины? Земные женщины. Значит, герои. И титаны, значит, у нас дети, так сказать, богов. А, герои, дети, богов и земных женщин. Ну, вот эта картина, если сверху спускаться, вот как Марс говорит, как раньше, как изображает немецкая философия. Она же изображает все, историю все изображает. Значит, если сверху спускаться, вот так вот должна быть устроена земная жизнь. А как земная жизнь устроена была вот в этих древнеримских республиках? Во-первых, это республики, так? Много там людей, которые на равных выступают. Так? Дальше. Имеются свободные люди, не являющиеся рабовладельцами, а просто свободные граждане. Есть? Есть. Такие тоже есть. И тут вот появляются и отдельные люди, которые не господствуют над кем-то. И есть земные, но эти земные, над ними боги же господствуют или нет? Богам-то надо поклоняться, подчиняться или нет? Или не надо подчиняться богам? Надо. Ну вот. Но эта религия соответствует там, вот она соответствует, если мы теперь попытаемся объяснять это с обратной стороны, соответствует ли такая религия земным интересам, интересам рабовладельцев? Она для рабовладельцев хороша, как религия? Скажем, та религия, которая была бы для рабовладельцев нехороша, они бы ее постарались не допустить или преследовать ее. А этого они с удовольствием принимали и распространяли. То есть эта религия, она позволяет им укреплять существующее положение дел, что есть боги, есть не боги. Если есть боги, есть не боги, то что удивительно, что есть эксплуатируемые, есть эксплуататоры. А есть рабовладельцы и рабы. Переходим к феодальным временам. Вот феодальные времена. Есть Бог один, так? И есть все остальные паства его, так? Вот есть помещик, и есть его крестьяне.
Это тоже такая вот религия, которая соответствует, удобно, по крайней мере, для феодала. И если брать все государство в целом, есть монарх, а он помазанник Божий, так? То есть он как бы наделен уже властью, не, опять-таки, не снизу, а сверху. Это если мы будем брать материализм, он говорит, вот класс создает себе там то или иное государство, и вожди этого класса становятся вождями этого, руководителями этого государства. А если рассматривать движение сверху, как представляют эту картину идеалисты, то есть вот Божья милость, которая наделяет властью монарха. Монарх, следовательно, выше всех смертных. И вот все эти смертные – его паства. И, соответственно, у помещиков, крестьяне – их паства, а барин – их хозяин и отец родной. Удобная эта религия для этого дела. Теперь, скажем, если речь идет об освобождении от феодалов, как относились к религии прогрессивные буржуазные революционеры? То есть эпоха просвещения. А? Эпоха просвещения. Да. И в эпоху вообще революции французской буржуазной, как и предшествующую эпоху. Как относились они? Ну, по-разному. А что по-разному? Отрицательно относились? Ну, были атеисты, были те, кто считали, что религия... Да нет, что в основе лежало французской буржуазной революции? Она же отделила церковь от государства, школу от церкви. Это совершенно ясно, что господствующим течением был материализм. Причем материализм, который не запрещал религию, он просто отставлял ее в сторону от государства. Государство. А почему это нужно отставлять? Если смотреть снизу, то надо вот это с поклонением барину и монарху закончить, потому что готовится какая революция? Буржуазная. Но если она готовится, значит, надо не принимать то, что все только паства и помазанники Божии. Монархии. Монархи должны быть свергнуты. Если они должны быть свергнуты, надо их сначала свергнуть в идее. Верно? В чем состоит идейная подготовка революции? Это не значит, что вы обеспечите всеобщее распространение этой идеи. Но та революционная идея, которая была, состояла в том, что не монархи, то есть не надо нам это единобожие. Когда первые материалисты выступили, и борьба с религией началась активная в сфере духа, вот в это времена французские материалисты с этим выступили, правильно? Были идеалисты. Когда первое такое широкое выступление материалистов? Это французские материалисты, которые предшествовали, с другой стороны, закрепилась вот этой самой французской буржуазной революции. Вот то, что мы наблюдаем, скажем, сегодня, когда пытаются опять соединить школу с церковью, или, скажем, религию с государством, это же противоречит идеалам французской буржуазной революции? Или не противоречит? Видите, что идеалы Конституции России. А? И идеалы революции Конституции России. Нет, ну Конституция России, понятно, она тоже построена как буржуазная конституция. Но мы наблюдаем на практике движение вспять. То есть к тому, чтобы уйти снова от материализма, и постараться в школу опять ввести эту самую религию. Не так, как мы ее вот изучаем. Изучать-то ее надо в любом случае, правда? Исследовать нужно все явления жизни. Вот. А давайте идем в школу, давайте, значит, государство будут бегать наши руководители по всем мыслям и немыслимым религиозным учреждениям. Потому что если вы ходите в православный храм, то почему вы не ходите в синагогу? Если вы ходите в православный храм и в синагогу, почему вы не ходите в мечеть? А если вы ходите туда и туда, пойдите еще к пятидесятникам, трясунам. А уж к буддийцам, само собой. Вот. То есть вот эта вот мысль, да, фундаментальная мысль о том, что если мы хотим понять вот это явление, почему это вот сложилось и закрепилось. Ведь идей приходит много, и они просто приходят разные, разным людям. А вот какие идеи закрепились и стали, значит, фундаментальными, и стали какой-то широко распространенной формой, этого уже нельзя объяснить случаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Извините, пожалуйста. То есть случайно можно рассматривать появление. Вот, скажем, мы с вами формулируем одну идею, третью идею, четвертую идею, и вдруг некоторые идеи закрепляются и распространяются. А это с чем связано? Это уже связано с материальными условиями, с интересами тех сил общественных, которые способны эту идею поддержать. И они руководствуются при этом не какими-то там благими целями, а руководствуются своими экономическими интересами. Это неудивительно. Так, Соколов. Соколова раз, Бескровная два и? Арковая три. Так. Товарищ Криковая, вы готовы доклад сделать? Нет, я пятницу. Как? А, у вас планируется долгосрочное планирование? Да, у меня на неделю. Серьезно, то есть? У вас все серьезно. Это у нас так вот, раз, вот люди... Это вот народ несерьезный, пришли и сразу сделали доклад. Им ничего не стоит поехать в Казань, там выступить, сюда приехать, с докладом выступить. А есть люди, видите, серьезные, не фентеблюшки какие-нибудь. Они фундаментально готовятся. Так что ждите мощный доклад, который должен перекрыть все предыдущие доклады. Вон, Смоленков, вон три доклада сделал. Я его спросил, не хочет он сделать четвертый, говорит, но он так решил, что он три. То пусть догонят сначала его. У нас всего и в общей сумме нету даже трех. Пока счет 3-2 в пользу Смоленкова. Общий счет. Так, ну в пятницу. Но вы кровью расписались, что вы в пятницу выступаете, нет? Какие у вас клятвы-то? Или пусть покарает нас, это как партизанскую клятву, знаете, суровая рука товарищей. Так, ну хорошо. Мы сегодня рассматривали сейчас вопрос о связи религии с общественным бытием. И так получается, вот если посмотреть на историю религиозных религий, что вот такое удивительное соответствие, что когда было рабовладение, и не было монархии, а было такое государство, демократическое государство, в котором было много, так сказать, рабовладельцев, которые были хозяевами жизни, и были рабы, которых было очень много. И вот в этот период господствовало многобожие. И были мифы о богах. И боги, конечно, были выше, чем смертные. Хотя на самом деле, как вот пишет Маркс Энгельс, небесная жизнь является тем или иным отражением земной жизни. И надо двигаться не сверху вниз, не от божественных представлений к реальной жизни, а от реальной жизни к тем представлениям, которые чудесным образом проявляет себя в общественном сознании. А сознание общественное, вот мы это записали, сознание никогда не может быть чем-либо иным, как осознанным бытием. А бытие людей есть реальный процесс их жизни. Даже туманные образования в мозгу людей и те являются необходимыми продуктами, своего рода испарениями их материального жизненного процесса, который может быть установлен эмпирически и который связан с материальными предпосылками. И вот здесь та мысль, которая здесь уже отмечалась у нас на занятиях, что мораль, религия, метафизика и прочие виды идеологии и соответствующие им формы сознания – утрачивают видимость самостоятельности. У них нет истории, у них нет развития. То есть, имеется в виду, у них нет своей истории. Они сами из себя не разворачиваются, не раскрываются. А эта история, это есть прежде всего история общественного бытия, и отражением этой истории являются и такие вещи, как мораль, религия, метафизика. Ну вот мораль возьмем. Вот мораль. Вот такое требование морали, как нельзя, не бери чужое, да? Кому это соответствует?
Что значит чужой? Какая должна быть собственность, чтобы была мораль «не бери чужое»? Частная. Ну, частная, естественно. Если частная собственность, так не бери чужое. А если это у нас общая собственность? Вот скажите, пожалуйста, чьей? Вот эта собственность, которой мы сейчас пользуемся, она какая, частная или общественная? Общественная. То есть как это так, она общественная? У нас что, общественная собственность есть в стране? Нет, у нас есть только... Она общая. У нас есть частные, государственные и муниципальные. Это так пишут юристы, про которых вот Маркс и Энгельс говорят, у них нет собственной истории. Что такое вообще частная собственность? Это собственность части общества. Если какая-то часть общества имеет собственность, один человек – это единичная частная, индивидуальная частная собственность. Государство – это тоже, это же часть общества, это не все общество, правильно? Государство – это же это определенная организация насилия, организация, которая действует в интересах определенного класса. Поэтому, если мы возьмем государственную собственность, это тут кто кому подчиняется? Это собственность класса или собственность государства? Если государство принадлежит классу. Всякое государство классовое, поэтому собственность государства – это какая? Собственность класса. Следовательно, вот если это государство буржуазное, то значит это собственность буржуазии. Ну вот берем наш пример. Чья собственность? Вот эти столы, эти скамейки, этот дом. Это частная собственность класса российской буржуазии. Правильно? Вот, не, пожалуйста, не портите, не нарушайте, соблюдайте и так далее. Это общая собственность класса капиталистов. Есть общая собственность, причем это вы наблюдаете в экономике. А что такое вот акционерное общество? Как вы себе представляете? Это общая собственность кого? Акционеров. Правильно? А общая собственность акционеров – это что такое? Это частная собственность вот этих акционеров. Причем эта частная собственность акционеров, по видимости, кажется частной собственностью всех, а на практике эта частная собственность сводится к собственности тех, у кого контрольный пакет акций. Вот Ленин в «Империализме как высшая стадия» капитализма говорил, что вот по нынешней распиленности акционеров уже достаточно иметь 11%, чтобы иметь контрольный пакет. В России существует закон о акционерных обществах. По этому закону первое собрание акционеров проводится тогда, если присутствует большинство акций. Вот представьте себе, что у вас по одной акции, у вас сидит раз, два, три, четыре, а у меня 500 акций. Итого, уважаемые товарищи, у нас присутствует 504 акции. Раз присутствует 504, можно начинать. И дальше, как вы понимаете, пойдет все так, как мне надо, поскольку и кого избрать в президиум, и кого избрать в совет директоров. И вот у вас с вашей стороны поступили предложения вам платить дивиденды. А с моей стороны поступило предложение дивиденды не уплачивать, а дать премию руководителям нашего акционерного общества в сумме 20 окладов. А оклады, как вы знаете, у нас миллионные существуют в крупных акционерных обществах. Ну, вот, скажем, по 40 миллионов дать. Как недавно получил, сам себе выписав соответствующий приказ, директор Почты России 60 миллионов. Повозмущались и затихли, потому что он как бы ничего и не нарушил. Он же начальник, он организован, это Почта России как акционерное, как государственное предприятие, самостоятельное. Раз самостоятельно, он самостоятельно себе и назначил. А может быть так, что у меня только 10% акций, а вас собралось у каждого по... А нас всего собралось вот здесь вот, раз, два, три, четыре, пять человек, и всего мы набираем 40%. Акции. Значит, недействительно первое собрание. Тогда проводится второе собрание, снова рассылается. Те, кто ведут реестр, рассылают соответствующие извещения, собираются акционеры. И вот записано в законе, что второе собрание проводится при любом количестве акций. То есть мы сидим, у нас 40%, у меня по-прежнему больше
чем у вас в несколько раз, я все будет решено, как мне надо, и фактически эта собственность уже, фактически, по факту, не юридически, а фактически, она моя. А все остальные, они прилагательные, они свои деньги сдали и ничего не получат, и останутся с носом, потому что дивиденды мы не допустим, а премию будем платить. Кому? Мне. И все. Вот поэтому у нас никакой другой собственности, кроме частной. Муниципальная собственность – это частная собственность чего? Вот этого муниципалитета. Государственная собственность – это собственность класса капиталистов. Значит, вот если речь идет о государственном университете, значит, здесь собственность буржуазного класса, и к ней надо относиться как к общей собственности, не портить, соблюдать, так сказать, порядок, чистоту, вот, не вредить. Ну и поскольку вот так строится право, то никакого своего развития права, своего, которое бы там из каких-то предпосылок бы развивалось, и нету, потому что нет поэтому своей истории, потому что право определяется чем? Что такое право? Возведенное в закон воля господствующего класса. Вот сегодня что интересы требуют, вот так и записывается и переписывается право. Вот у нас, скажем, сейчас, по данным за прошлый год, у нас 10% прирост долларовых миллионеров и 11% прирост долларовых миллиардеров. И сокращение реальных доходов до уровня в этом году, до уровня 90,5% по отношению к реальным доходам в 2013 году. И если взять зарплату, до 92,5% от уровня 2013 года. Это соответствует закону? Соответствует. Что-нибудь нарушено? Ничего не нарушено. А что вы хотели, если это буржуазное государство, буржуазное общество? Оно свободное. Они свободно нанимают и устанавливают зарплаты и прибыли себе. А вы свободно можете ходить, можете наниматься на работу, можете не заниматься. Если вы не хотите наниматься, можете умереть с голоду. Вы свободные люди. Свобода. Или, как говорил Чернышевский про права человека, каждый может есть на золотом блюде, если оно у него есть. Поэтому вот это надо и понимать, что почему нет в этом смысле никакой истории. То есть нехорошо воровать у кого? Ни у кого нехорошо, нельзя воровать. А воруют? Воруют. Потому что если они своруют, то поскольку происхождение частной собственности сплошь и рядом такое, что оно уходит к какому-нибудь грабежу или воровству изначально. Поэтому у нас существует в законе такая норма. Не спрашивать, откуда у вас деньги. Сейчас вот существует такая норма. Вот если у вас образовался, товарищ Смоленков, у вас миллион долларов, а я спрашиваю, откуда у вас? А вы что мне скажете? Скажете, ну, а сейчас не принято спрашивать откуда, правильно? Если я провожу миллион долларов за границу или в разной валюте на сумму миллион долларов, меня могут спросить, откуда у меня деньги? На границе, на таможне. Могут? Нет, не могут. Вот если я декларацию не напишу, меня не пропустят. Я должен написать декларацию. Пишу декларацию, везу с собой чемодан, в котором находится миллион долларов. И пошел. И все. Так сейчас устроено право. И в прошлом году перевезли таких 5 чемоданов из России. Обратно привезли 2 чемодана. Возможно, они используются выборной кампанией. Эти деньги, это же наличные, они нигде не учтены, нет их ни на каких счетах. А не принято спрашивать, откуда. Вот товарищ Хорошавин, который брал взятки и набрал взяток на сумму 500 000 000 рублей в ратах Сахалина, всего лишь. У него дома нашли 1 800 000 000. Простите, 1 800 000 000. 1,8 миллиарда. А он требует, чтобы эти деньги у него не забирали, вернули ему назад. Их арестовали. А что такое арестовать? То есть оставить без движения. Нельзя их продать, никуда передать. Нельзя ими воспользоваться.
Вот он не может ими воспользоваться, он требует, чтобы ему вернули назад. Говорит, вот идет суд, пусть будет идти суд, я отвечать буду за 0,5 миллиарда рублей, а вот эти 1,8 не трогайте. И не исключено, что вот с него возьмут 0,5 миллиарда в порядке возмещения того, тех взяток, которые он взял. А остальное 1,3 миллиарда могут и вернуть. По крайней мере, право этого не исключает. Ну, соответственно, и мораль. Дескать, не чужим трудом хорошо жить или плохо? Ну, в обществе, в котором за счет самые большие богатства за счет чужого труда, разве может быть такое, такая норма права, что нехорошо жить за счет чужого труда? Может такое быть? Не может такое быть. Значит, те люди, которые не живут за счет чужого труда, это кто такие? Сказать вам, кто вы такие? Лузеры вы. А вы неуспешные. А вот есть успешные, они уже все получили, все получили. Я, например, знаю, каким образом получается богатство. Эти все схемы и махинации достаточно хорошо известны. Они вполне законны. Но ими пользуются жулики и мошенники. Иногда спрашивают, если вы такой умный, почему вы такой бедный? Потому что не жулик. Вот, например, Березовский. Откуда у него деньги? Не знаете? Ну, кто такой был Березовский? Доктор, между прочим, физмат-наук. Потом вдруг он организовал такую фирмочку, которой поступали все автомобили ВАЗ, все. Он как бы, фирмочка его покупала, а дальше он уже продавал. Вот вы делаете автомобили, передаете их мне по одной цене, а я по двойной цене буду продавать, поскольку нет других. Все машины, то есть не вы продаете, а я продаю. А вы мне должны продать все. И таким образом он получал бешеные деньги за счет всех работников АвтоВАЗа. Потом он решил сделать такую операцию. Был такой банк, Агропромбанк. У нас крупнейший банк, всего банков было Промстройбанк, который промышленность кредитовал, Агропромбанк, весь агропромышленность, все сельское хозяйство и агропромышленность кредитовал. И был банк внешней торговли, все. И вот в Москве появился столичный банк сбережения, СБС Агро. Возглавил его некто Смоленский, еще один жулик. И вот эти жулики собрались и учредили ООО «Банковские системы». «Банковские системы» – это ООО было зарегистрировано в Элисте, в Калмыкии, в многоквартирном доме. В капитал этого ООО было внесено Березовским. Следующая рукопись под названием «Банковские системы» правами ее распространения по всему миру, которые были оценены в сумме 800 миллиардов рублей. И вы никогда не создавали ООО? Вот я вас информирую, что это ничего не стоит вам. Собрались втроем или вдвоем, или вот. Товарищ Рыковая, вы можете до следующего раза уже успеть зарегистрировать свое собственное ООО из одного человека, из вас. Это очень легко делается. Вы пишете протокол, что я учредила, на собрании присутствовали все, то есть вы, Альковая, председателем собрания, кто и был избран? Вы, Альковая, генеральным директором, да, устав вы утвердили, как бы единогласно, генеральным директором кого избрали? Вас. Ну, пока еще нет другого человека, не надо ли вы бухгалтера? И вы же обязанности бухгалтера будете выполнять, и вас обязаны в трехдневный срок зарегистрировать. Трехдневный срок. Мытарство начнутся у вас потом, когда он будет налоговые отчеты и так далее, а вот стать директором ООО. При этом вы должны будете 10 тысяч внести что-то,
оцененную в 10 тысяч в уставной капитал. Только не думайте, что вам для этого понадобится 10 тысяч. Вот у вас какие-нибудь есть дома? Компьютеры, там, принтеры, еще что-нибудь, шкафы. Вы их просто туда запишете. Никуда приносить не надо. Ничего не надо делать. Просто они будут записаны. И вот так была записана Березовским сумма 800 миллиардов рублей, поскольку другие акционеры это, так сказать, зафиксировали, признали. И получилось, что у этого ООО «Банковская система» оказался контрольный пакет СБС «Агро» столичного банка сбережений. А столичный банк сбережений имел контрольный пакет «Агропромбанка». И все активы «Агропромбанка» оказались в распоряжении Березовского и его компании. И они этот банк весь опустошили, направили на нужные им счета все деньги. Имеет право? Имеет право. Все. И он стал богатейшим человеком, совершив такую жульническую махинацию. Так вот, с точки зрения морали, какая у нас мораль? Спрашивать надо, откуда у вас деньги? Если вы начнете приходить и спрашивать, откуда деньги на строительство здания, вот пройдете по Сестрорецку, там увидите двухэтажные особняки, трехэтажные особняки, четырехэтажные особняки, вас могут начать травить собаками за такие вопросы. Потому что такие вопросы не задаются. Вы туда не можете войти, чтобы спрашивать, потому что это частная собственность. Да там, собственно, и хозяев-то нету, потому что хозяева эти дома построили для сохранения своей собственности. Они не хотели вкладывать в банк, потому что банк может лопнуть. Они решили купить землю и построить на ней дом, который можно при случае продать, реализовать в деньги. Так, значит, и морально это вполне, морально, что сказать, жить чужим трудом сейчас. И вполне морально, и с точки зрения правовой, право-то есть, пожалуйста, я имею право держать в своей собственности деньги, происхождение которых неизвестно. Время от времени появляются такие мысли в газетах, в печати, иногда ставятся, но они далеко не уходят. Почему? Потому что они не соответствуют правящему классу. Не сознание определяет жизнь, а жизнь определяет сознание, пишет Маркс и Энгельс, а мы с вами знаем, как это происходит, и в прошлый раз мы об этом говорили, что это происходит не непосредственно, а посредственно через экономические интересы. А экономические интересы есть характеристика положения людей в системе производства, и в зависимости от того, какие экономические интересы, от этого и сознание класса зависит, и сознание класса является выражением его экономических интересов. Вот тут есть целый раздел «История». В котором Маркс и Энгельс пишут, что мы должны прежде всего констатировать первую предпосылку всякого человеческого существования, а следовательно и всякой истории, а именно ту предпосылку, что люди должны иметь возможность жить, чтобы быть в состоянии делать историю. Но для жизни нужны, прежде всего, пища и питье, жилище, одежда и еще кое-что. Итак, первый исторический акт – это производство средств, необходимых для удовлетворения этих потребностей, производство самой материальной жизни. Притом это такое историческое дело, такое основное условие всякой истории, которое ныне, так же, как и тысячи лет тому назад, должно выполняться ежедневно и ежечасно, уже для одного того, чтобы люди могли жить. Вот для того, чтобы мы могли здесь с вами сидеть и изучать науку, немецкую идеологию Маркса и Ленина, Маркса и Энгельса, какие-то другие люди должны в это время постоянно производить материальные блага, доставлять их в буфет или доставлять их в магазины, в которые вы пойдете, приобретете. И наше дело с вами только в том, чтобы пользоваться этим. И, учитывая, что и это то, где мы находимся, тоже материальные блага. Помещение, в котором проводим занятия. Потом для этого нужно материальное благо, для того, чтобы для существования преподавателей. Это тоже материальные блага и так далее. Вот совокупность производств этого всего
Это и есть предпосылка поддержания жизни из самих действий. Вот такой вопрос. Тут говорится, что самоудовлетворенная первая потребность, действие удовлетворения и уже приобретенные орудия удовлетворения ведут к новым потребностям, и это порождение новых потребностей является первым историческим актом. Что первично, что вторично? Потребности или... Вот сейчас, вот наше время. Спрос или предложение? Вот если есть спрос, есть и предложение. С другой стороны, мы знаем, если есть предложение, то появляется и спрос. Так? А вот что в этом взаимодействии, ясно, что это взаимодействие, что первично, что вторично, вот как вы скажете? Может быть, уже в современном мире первичный спрос? Первичный спрос. Исторически, во-первых, спрос можно говорить тогда, когда есть уже рынок. А рынок – это результат уже производства. Тогда, когда уже создано товарное хозяйство, когда появились деньги, когда появился рынок, тогда можно говорить о спросе. А до этого о спросе говорить просто нельзя. Можно говорить просто о потребностях. Поэтому даже спрос является результатом предшествующего развития производства. А спрос на какой-либо продукт, может быть, спрос на то, чего нет? Вот, например, производство, оно развивается, и развитие его состоит не только в увеличении того, что было уже изобретено, изготовлено, да? Новые продукты. Может на эти продукты быть спрос, если они еще не появились? Если и заранее об этом сообщаешь, что скоро появится такой-то продукт, он будет то-то, то-то делать, то есть люди, которые это изготавливают и собираются получить от этого прибыль, они, значит, об этом начинают уже готовить спрос, они начинают его, этот спрос, порождать, они эту идею распространяют и говорят, что скоро будут выпускаться такие-то модели телефонов. Идите покупайте. И потом, когда модели эти уже... Появляются, уже спрос как бы порожден. Но что породило этот спрос? Для того, чтобы он был, нельзя же говорить, что будет вот это, а его не будет. То есть надо на самом деле опираться уже на то, что идет в производстве, что уже заложено, что уже разработано, изобретено и так далее. Вот, скажем, первичные потребности такие, как потребность в том, чтобы потреблять мясо. Они были раньше, чем какой-нибудь там... предложение. Правда, никто их не предлагал. Надо было, так сказать, искать, ловить животных и их пытаться, так сказать, приспосабливать для жизни. Потом, когда добыли огонь, можно было уже их как так или иначе разрезать на куски и поджаривать, и можно было удовлетворять. Но могла быть потребность, например, в том, чтобы люля-кебаб получить, если не было этого люля-кебаб. Или мне, пожалуйста, и свинину по-испански. Для того, чтобы можно было потребовать свинину по-искански, надо, чтобы ее производили. И когда вы берете меню в столовую и смотрите, то вам предлагают, и спрос вас уже из этого перечня выбирает, из перечня того, что произведено. А если мы шире возьмем, если мы возьмем все производство общества, считайте, что это вот ваше меню, и вы можете выбрать только из того, что произведено. Если это не производится, то можете сколько угодно спрашивать. Можно только говорить, а нельзя ли сделать вот этого. Например, абстрактные потребности, например, в том, чтобы видеть, что вдали находится, они существовали изначально. Как можно их удовлетворять? Поищу здесь лучше, может быть, и будете их видеть лучше. Или сделайте подзорную трубу, да, и вы увидите, что на том берегу, или что, так сказать, более крупно будете видеть какие-то звезды или планеты. Или сделайте бинокль. Или вот эта потребность выражалась в такой уже мифологической форме. Вот хорошо бы зеркальце второе посмотреть и узнать, что на свете. Кто на свете? Всех милее, всех румянее и белее. А когда появился телевизор, вот эта потребность
удовлетворение. И дальше что? Само появление этого телевизора породило спрос уже не на зеркальце, которое, так сказать, мифологическое было, а на реальный телевизор спрос. Когда появился телевизор? Вы, наверное, таких телевизоров не видели. КВН-49 кто-нибудь видел, нет? Это первый советский телевизор. Вот такой был экран. А, да, я видел. Маленький. А поскольку он был маленький, то вот к нему прилагалось к этому. Линзы. Можно было купить линзы квадратные. Здесь ровные, а здесь такие пузатые, туда заливалась вода. И, так сказать, и уже это все было крупнее. И вот появился спрос на КВН-49. А дальше от чего зависел спрос? От появления новых телевизоров, от того, какие они будут. Точно так же, как спрос на скайп может появиться, если появился скайп. Или на WhatsApp спрос. Бесплатно можно разговаривать по телефону. Если у вас есть Android, то уже можно, у вас может появиться спрос на WhatsApp. Нет у вас Android? Нет у вас спроса на WhatsApp. Платите деньги. А так вы заплатите деньги за Android, потому что Android стоит порядка там, 10 или 15 тысяч. Это уже совсем... Это не то же самое, что 800 рублей обычный телефон. Получается, тогда откуда берется то, что производится? Ну, в смысле, кто придумывает, что именно нужно? А вот появилась потребность придумывать новое. У кого она появилась? У тех, кто производит систематически, ведется производство. Потому что они, если они производят, скажем, постоянно одежду, то те капиталисты, которые производят постоянно одежду, заинтересованы в том, чтобы их одежду покупали. А вы такие вот кофточки и юбки купили. Что нужно сделать? Нужно моду завести на другие, на другую одежду, чтобы вы эти хорошие, так сказать, вещи оставили в шкафу или в сундуке и бежали покупать новые. Для этого нужно эту ноду генерировать. Ее генерируют, вы видите, там с известной регулярностью появляется новая мода. В эту генерацию моды вкладываются деньги. Кто вкладывает? Производители одежды. И тогда, значит, появляется потребность в этой самой одежде вместе с модой. И снова. То есть потребности потребителей, по сути, не учитываются? Формируются. То есть, у вас общая потребность. Есть у вас потребность в одежде. А что одевать? Это не ваше дело. Мы вам дадим, покажем, что вы будете одевать. А если вы будете не подчиняться, вы скажем, что вы не модно одеты, что вы никто, и вы в приличном обществе не должны появляться. Что пока вы не оденете то, что вот все должны одевать, то есть мода, вы должны одеться то, во что никто другой не одевается. Поэтому все в одно и то же одеваются, потому что мода, она требует вот только по такой линейке одеваться, правильно? И никак по другой. Как только это заканчивается, это уже раскупили, что нужно делать? Новую моду запустить. И в это вкладываются очень большие ресурсы. Ну и в то, чтобы вас убедить в том, что нужно именно это, что это. В этом сезоне именно это. Помните, было одно время мода обшарпанные такие вот ботинки, обшарпанные носки и вот боковые части. Вот когда люди не совсем у них нормально с ногами, они ходят, они так задевают все время. И у них вот эти части внутренних ботинок, они стерты. Так вот, брали новые ботинки, как их делали. Потом, поскольку ботинок завал, затоваривание, значит, надо те ботинки все выбросить, те не годятся, дать новые ботинки. Сначала шли по линии, давайте узкие носки, закончили узкие носки, а теперь модно широкие носки. Эти не одеваем, покупаем новые. А то, значит, нужно было, после того, как закончена обувь в производстве, ее долго труд на круге. Чтобы она была стертой, сотрут, а потом надо стереть еще на боках. И вот когда и там сотрут, после этого отлакируют и продают. Гораздо дороже, чем обычные обувь. Ну, то же самое с джинсами, вы знаете. Какие джинсы ценятся? Не те, которые новые. Новые и ровно выкрашенные, а те, которые как будто бы их 100 раз стирали, и еще на некоторых местах они вытертые, белые, бледные. Особо. А драные, рваные, не такие рваные, что они совсем сваливаются, такие драные, чтобы они, так сказать, там просвечивали и так далее. Это же самое то, что надо. Красота. Хотя изначально эту, моду, употребляли эту самую одежду, потому что она
Ну, такая самая практичная. Можно сесть куда угодно, можно и выстирать легко. Поэтому, скажем, кто одевался в такую одежду, в джинсы и там ковбойки? Ковбой. А кто такой ковбой? Переведите, пожалуйста, с английского. Ковбой. Ну, корова, мужчина-корова. Ну, кто это? Кто это? Бык, что ли? Нет. Кто? Пастух, смотрите, да. Пастух, пастух. Вот ему все равно, он с навозом возится. Вот, вот он, понимаете, он джинсы – самое хорошее дело. И вот эти самые одежды этих самых американских пастухов, которые, так сказать, она действительно практичная, удобная, хлопчатобумажная, полезная. Вот все это. Мода одно время на всякого рода нейлоновую одежду быстро сошла по одной простой причине, что она противоречила действительным потребностям человека. В них очень жарко, эти люди потели в этих, и они быстро эту моду прекратили. А джинсы наоборот. А у нас, наша армия, например, всегда была одета в модную одежду в этом смысле, потому что армия наша была всегда одета в хабе. Вот эти зеленые гимнастерки и зеленые, кстати, брюки военные – это хлопчатобумажная одежда. Ясно, там есть шерстяные, еще там более теплые, но эти вот обычная полевая форма, она, конечно, хлопчатобумажная. И, наконец, хлопчатобумажная одежда завоевала мир, и сейчас цену на всю хлопчатобумажную одежду здорово-здорово подняли. В связи с тем, что сначала, если раньше мы получали, для нас, мы получали хлопок из Узбекистана, дешевый, и делали дешевые там рубашки, блузки и так далее. Теперь он уедет в Англию, а оттуда из Англии вам приедет уже дорогая одежда. Ибо смысл производства одежды в чем при капитализме? В социальном статусе, чтобы показать, насколько ты можешь хорошо надеть. Нет, это смысл потребления одежды. А смысл производства одежды в том же, в чем всякое производство. Прибыль получить. Прибыль получить. Производство с целью прибыли. Поэтому, если прибыль дает, одевайтесь как хотите, лишь бы только я богатый стал. Но если вы, я буду, так сказать, тут не буду предпринимать каких-то мер, вы будете одно и то же носить. Или редко будете менять, а вот тут надо это сделать определенный цикл, воздействовать на это и так далее. Короче говоря, определяющим во взаимодействии производства и потребностей является производство. И в этом отношении производство тоже является решающим. Так. Вот положение важное, которое надо бы нам тоже иметь в виду, что производство жизни, как собственной посредством труда, так и чужой посредством рождения, появляется сразу в качестве двоякого отношения. С одной стороны, в качестве естественного, а с другой, в качестве общественного отношения, общественного в том смысле, что имеется в виду сотрудничество многих индивидов. Определенный способ производства или определенная промышленная ступень всегда связаны с определенным способом совместной деятельности, с определенной общественной ступенью. Самый этот способ совместной деятельности есть «производительная сила», в кавычках, что совокупность доступных людям производительных сил обусловливает общественное состояние, и что, следовательно, история человечества всегда необходимо изучать и разрабатывать в связи с историей промышленности и обмена. Ну вот мы имеем, так сказать, два противоположных способа изучения истории. В наиболее яркой форме это видно, если сравнивать позицию по этому вопросу Гегеля и позицию Маркса и Энгельса. Гегель, который выдающийся вклад внес в создание системы диалектики, он попытался напрямую вывести историю и объяснить историю с помощью вот этих самых своих диалектических категорий. И есть такая у него книга «Лекции по философии истории», в которой он представляет историю как
движения, людей, обществ, как войны, революции, общественную борьбу, который, с его точки зрения, является выражением движения абсолютной идеи. И получилось, что он никоим образом не продвинул изучение истории, потому что это абсолютная идея, никому неизвестная, бессодержательная, которая, собственно, содержание находит именно в этих отношениях, она якобы определяет всю эту историю. А с другой стороны, историю удалось объяснить Марксу и Энгельсу только после того, когда они не просто решили материалистически истолковать диалектику Гегеля, а когда они вот эту предпосылку взяли, которая, собственно говоря, что мы, собственно, с вами и рассматриваем, исторический материализм, что предпосылка изучения истории является понимание того, что общественное бытие определяет все остальные общественные формы. Общественное бытие. Общественное бытие – это процесс жизни людей, это общественное производство. Производство, еще раз повторяю, людей, и, то есть их рождение и воспитание, и производство материальных благ. То есть вы хотите объяснить живую жизнь, начните ее объяснение с самого процесса этой самой жизни. И от этого восходите наверх. То есть вы должны знать и понимать, как тогда устроена эта материальная жизнь, которая должна поддерживаться ежедневно и ежечасно, а не время от времени. Потому что представьте себе, что в какой-то город не завезли продовольствие. Город вымрет. Город ведь не создает продовольствие, он создает, по крайней мере, из одного вида продовольствия другой вид. Из муки он может что-то выпекать. Муки он может делать макароны и так далее, но сельскохозяйственной продукции он не создает ни мяса, ни хлеб, ни овощи город сам по себе не создает. Если вы представите себе ситуацию, и вдруг прекратилось бы это движение на какое-то время, то как только закончатся запасы и резервы, которые не случайно в городах существуют, то под угрозу ставится вообще жизнь города. Вот такая была ситуация в блокаду здесь, когда были подорваны и загорелись бадаевские склады, в которых было немало продовольствия. Это вот в начале Московского района, недалеко от обводного канала, там, где Киевская улица, вот там были бадаевские склады. И жизнь города во многом осложнилась сразу. Так. Вот они что говорят. Уже с самого начала обнаруживается материалистическая связь людей между собой, связь, которая обусловлена потребностями и способом производства, и также стара, как сами люди, связь, которая принимает все новые формы, а следовательно представляет собой историю, вовсе не нуждаясь в существовании какой-либо политической или религиозной нелепости, которая еще сверх того соединяла бы людей. То есть людей соединяет, прежде всего, материальное производство. Это не значит, что другое не соединяет. Так вообще нельзя сказать. Применительно к обществу нельзя абсолютизировать какую-то сторону. Поэтому Маркс говорит, прежде всего, что это основа. Но если есть основа, то есть основанное. А основанное воздействует тоже и на основу. То есть они взаимодействуют. Но надо всегда во взаимодействии видеть определяющий момент, определяющее звено. Язык. Язык возникает лишь из потребности, из настоятельной необходимости общения с другими людьми. То есть и язык тоже вытекает из этого. Право точно так же вытекает из производства. Даже если вы будете изучать наиболее близкое, связанное с производством права, это гражданское право. Если будете вот читать Гражданский кодекс Российской Федерации, то вы сами обратите внимание на то, что многие формы и нормы, они вытекают из потребностей хозяйственного оборота, из тех потребностей, которые имеются у существующей формы материального производства. А в некоторых случаях прямо записано, что это, что нормальный, так сказать, порядок действий здесь определяется
привычными нормами хозяйственного оборота. То есть не какую-то свою историю имеют эти вот нормы, а эти нормы, и не то, что вот их написали одни представители Госдумы, потом переписали другие депутаты, а и те, и другие депутаты ищут форму выражения тех отношений, которые складываются не в Думе, а которые складываются в материальном производстве жизни. Сознание, следовательно, с самого начала есть общественный продукт, и остается им, пока вообще существуют люди. Вот начальная стадия сознания такая, что это сознание носит столь же животный характер, как и сама общественная жизнь на этой ступени. Это чисто стадное сознание. И человек отличается здесь от барана лишь тем, что сознание заменяет ему инстинкт. Или же, что его инстинкт осознан. Это баранье или племенное сознание получает свое дальнейшее развитие благодаря росту производительности, росту потребностей, лежащему в основе того и другого, росту населения. Разделение труда становится действительным разделением лишь с того момента, когда появляется разделение материального и духовного труда. Это вот очень крупный шаг. Когда появилось разделение материального и духовного труда? Впервые. Как у вас такой триумвират, так вот и сидите втроем и думаете, когда же появилось разделение материального и духовного труда? То есть тарифы. Вы что прочитали? Вы что прочитали? Что прочитали? Нет. Когда разделение? Ну когда? В какое время? Время у нас очень легко определяется, в какую эпоху. В рабовладельческую, феодальную, в буржуазную, в коммунистическую, племенную, в первобытно-общинном коммунизме. Когда произошло разделение материального и духовного труда? Было вот в первобытно-общинном коммунизме разделение материального и духовного труда? Нет. Не было. Ну все заняты, все. Вот так. Не торопитесь так быстро. Когда появились первые ученые? Ну, что такое духовный труд? Ученые, деятели искусства. Когда появились? Освобожденные еще вообще? А? Еще в античности были. Так античность – это какое общество? С точки зрения производства. Рабовладельческое. Вот рабовладельческое общество. Вот рабовладельческое общество появилось. Для того, чтобы одни могли заниматься науками, искусствами, другие должны в это время создавать материальное благо для себя, иначе они не смогут и для других производить, и для этих людей. Правильно? Вот в это время появилось разделение труда. Когда мы говорим, что вот там было рабовладение, была эксплуатация, это так. Мы можем все это критиковать и изображать, что это эксплуататорское рабовладельческое общество, но это был крупный шаг в общественном прогрессе, потому что разделение на материальный и духовный труд привело к чему? К колоссальным успехам сначала в области духовного труда, а потом и к колоссальным успехам в области материального производства. Потому что что такое машинное производство? Машинное производство вот уже в буржуазную эпоху. Это что такое? В прошлый раз мы говорили о мануфактуре, мы говорили о простой кооперации. А когда появилась уже мануфактура, когда появилась кооперация, основанная на разделении труда, можно было применять машины. То есть какие-то простые продукты, простые части готового изделия производить в большом количестве за короткое время. Для этого надо было разработать соответствующую машину. Чтобы разработать машину, нужны люди, которые будут ее конструировать, которые будут создавать проекты машины. И вот проекты машин создавались уже, скажем, машины для взятия крепостей, которые пробивают, позволяют пробить стены, или машины, которые позволяют забрасывать камни далеко, бросать, или ядра, и так далее. Вот производство этих машин – это тоже результат того, что произошло разделение на умственный и физический труд, и поэтому теперь уход от эксплуатации, он легче его осуществить, например, чем преодолеть разделение на людей физическими, людьми умственного труда, общественное разделение.
чтобы его преодолеть, вот то разделение, которое произошло в рабовладельческую эпоху, необходимо, чтобы свободного времени у людей было больше, чем рабочего. А это дело очень долгое, и, как вы понимаете, этого еще нету не с точки зрения желаний, стремлений и так далее. Этого нету с точки зрения возможности производительных сил. Производительные силы позволяют сделать так, чтобы рабочее время было меньше свободного. Для отдельных людей – да, а для общества в целом пока еще нет. Так. Вот интересная мысль у Маркса и Энгельса, что разделение труда и частная собственность – это тождественные выражения. В одном случае говорится по отношению к деятельности то же самое, что в другом по отношению к продукту деятельности. Если я занимаюсь умственным трудом, вы занимаетесь физическим трудом, у вас будут продукты. У вас в собственности будет, у вас будет частная собственность на продукт, а на духовный продукт частную собственность не создашь. Поэтому, вот скажем, интеллигенция или люди духовного труда, они никогда такую в классовой борьбе решающую роль не играют. Потому что продукт духовного труда и частной собственности вы сделать не можете. Особенно тот продукт, который должен как раз пойти в массовое потребление, то есть массовое распространение. Общий интерес, говорит Маркс про интересы, и Маркс и Энгельс говорят, существует не только в представлении как всеобщее, но прежде всего он существует в действительности в качестве взаимной зависимости индивидов, между которыми разделен труд. Вот существует ли в настоящее время общий интерес у буржуазии и у рабочего класса в современной России? Да или нет? Существует общий интерес в развитии? Как вы себе понимаете антагонизм интересов? Антагонизм вы понимаете так, что нет никаких общих интересов? Или так, что есть и общие, есть противоположные интересы, но есть и какие-то общие интересы? Это вообще на самом деле простой вопрос. Этот вопрос связан вообще с пониманием того, что такое противоречие. Если противоречие – это что такое? Олег? Что такое противоречие? Несовпадение интересов. Несовпадение – это какое-то мертвое такое представление. Единство и борьба противоположности. Вот. Товарищ Соколова. Единство, борьба противоположности. Ну, противоположность понятна. Но вот, а единство что же есть? Правильно? Если единство и борьба, значит и единство. А раз есть единство, то, следовательно, есть общие интересы. А, следовательно, можно их найти. Например, какие есть интересы общие в буржуазии и рабочего класса? Всегда говорят, у них один интерес, один другой. А нет, что ли, такого общего? Во-первых, они в едином производстве. Поэтому сохранение этого производства – это общий интерес или нет? Вот вы у меня работаете, я капиталист. Если пропадет производство, не только я пропаду со своими капиталами, но и вы пропадете. Вы будете безработные, правильно? Или, если производство будет развиваться, значит, будет развиваться основа существования. У вас существование от работы на этом производстве, от того, что вы продаете рабочую силу конкретному капиталисту. А если он лопнет? Поэтому развитие производства в России выгодно рабочему классу? То, что буржуазии выгодно развитие производства, это понятно. Она при этом увеличивает свою прибыль. А выгодно это рабочему классу или только отдельным рабочим выгодно? А рабочий класс, ему выгодно осуществить социалистическую революцию и сделать другое производство, общественную собственность. Можно эту вот революцию осуществить на базе слаборазвитой какой-нибудь экономики? Можно это осуществить, если производство рассыпается, если рабочих мало? Кто собирает рабочих в крупные коллективы, кто их дисциплинирует, образовывает? Это все дело буржуазии как класса, правильно? Буржуазия сплачивает рабочий класс, соединяет,
дисциплинирует на фабрике, фабрика делает его. И крупное машинное производство – это материальная основа коммунистического производства. Правильно? Поэтому и с точки зрения коренных интересов буржуазии, и с точки зрения интересов рабочего класса, развитие производства составляет их общий интерес. Давайте мы на этом и закончим. Я правильно понял ваш жест? Чтобы не получилось, что вы убегаете, мы все вместе и закончим. Счастливо вам работать. Спасибо большое. Есть вопросы еще ко мне? Вот это очень важно, чтобы мы, когда мы говорим о противоположности, мы не будем забывать о единстве противоположностей. Оно вообще формулируется противоречие есть единство. Первое слово – единство, Олег. Вот на первом месте стоит слово – единство. А потом уже противоположностей. Поэтому мы вот этот особый нажим только на противоположность. Или уж тогда надо говорить о противоположности того, что находится в единстве. Но иначе нельзя. Но это как-то коряво. Правда? Вот такие дела. Хорошо. Тот, кто убегал, он должен делать доклад, то есть она. Она пошла готовиться, я бы на ее месте сказал. Я иду готовиться. Я чувствую, что мне надо хорошо подготовиться. Так, спасибо за внимание. На этом мы закончим сегодня.